Маленький Дима вместе с родителями, братом и двумя сестрами посещают музеи минимум 2 раза в неделю. Мама и папа – педагоги в университете и для своих детей выбирают именно такой досуг. На мой взгляд, очень важно, чтобы дети осознавали, как жили их предки, как жили люди в прежние времена, понимали, насколько жизнь изменилась. И тогда они, наверное, спокойнее будут относиться к тому, что жизнь постоянно меняется. Несмотря на ранний возраст, у детей уже сформировались свои музейные предпочтения. Какую-нибудь одежду, например. Какие-нибудь картины. Теперь семья будет посещать музеи еще чаще. В планах новая экспозиция художественного музея. По инициативе главы региона Дмитрия Миронова в области начал работу социальный проект «На высокой волне». Студенты, многодетные семьи, дети-сироты, а также ветераны и другие льготные категории населения могут посещать выставки, спектакли и представления совершенно бесплатно. Детские каникулы. У нас стартует проект внутри вот этой крупной акции «На высокой волне». Ну вот под таким названием «Всей семьей в музей». Ярославские музеи открывают свои двери для семейного посетителя. Вся акция «На высокой волне» – это социальный проект. Выделены деньги областным бюджетом. В проекте принимает участие 12 крупнейших учреждений культуры региона. Например, Волковский театр, Ярославский цирк, филармония и множество музейных комплексов. В каждом подготовлена своя уникальная программа. Всего организаторы ожидают более 50 тысяч посетителей со всей Ярославской области. Александра Панкратова, Олег Лушников. День в событиях.